Для воспитанников и преподавателей Заинской детской музыкальной школы прошел концерт заслуженного артиста Республики Адыгея Адама Ачмиза. Гастроли были организованы по приглашению заинской стороны в рамках проекта «Алтын Майдан». Это интернациональный культурно-просветительский проект имени Бисера Кирова. Руководителем и автором является тоже жительница нашего города Гамира Гадельшина. Она сегодня тоже здесь, в этом зале. И вот мы хотим подарить нашему городу, его музыкантам, вокалистам, чудесный мастер-класс от нашего артиста, от нашего гостя. Я думаю, что это будет очень ценно, полезно. Адам Ачмиз выступает в этнофольклорном стиле. Он в рамках этой встречи познакомил заинцев со своим творчеством, отметив, что этот концерт даст начало дружбе Республики Адыгея и Республики Татарстан. Я думаю, что это не первый, не последний мой визит к вам с целью наладить культурные мосты, скажем так, с вами. Вот. А так всем желаю хорошо отдохнуть. На самом деле очень необычно и по необычному очень тепло встретили. Вот. И надеюсь, что наша дружба тоже на долгие годы, узами дружбы мы свяжемся и объединимся. Вот. На встрече Адаму Ачмизу начальник управления культуры Светлана Ревина вручила благодарственное письмо и сувениры. Спасибо вам огромное, что вы уделили ваше драгоценное внимание для нас. Мы желаем вам процветания, дальнейших планов. Надеемся на дальнейшее, естественно, сотрудничество и работу. Спасибо вам огромное. Это... Гостей мероприятия приветствовала основоположник проекта «Алтын Майдан» Гамира Гадельшина. Она рассказала историю проекта и пожелала, чтобы такие встречи в Заинске проходили чаще. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Татарстана.